5 интересных фотографий из микромира нашего тела. Мир в микроскопе выглядит удивительно. Начинаешь смотреть на обычные явления совсем другими глазами. На этой фотографии запуск синапсов. Это место контакта между двумя нейронами. Устанавливается новая связь. Возможно, именно эта связь поможет кому-то совершить открытие, тянущее на Нобелевку, или просто решить задачку по арифметике. В любом случае, именно такие связи помогают нам двигаться вперед. На фото трехдневный человеческий эмбрион. Его размер чуть больше 0,1 мм. Спустя всего 3 дня он удвоится в размерах и вырастет уже до 0,2 мм. Трудно представить, что в таком крохотном шарике содержится вся информация про будущего человека. На этом фото будущее нашей медицины, которое может обеспечить прорыв, сравнимый с открытием пенициллина. Это так называемый бактериофаг Т4, вирус, который поражает опасные бактерии. При этом для человека он абсолютно безвреден. Микробиологи в будущем смогут управлять ими, использовать бактериофаги для борьбы с опасными заболеваниями. Это очень актуально в свете того, что к антибиотикам бактерии начинают привыкать, а вот от этого вируса у них защиты нет. Сейчас бактериофаг Т4 умеет уничтожать так называемые энтеробактерии. Это бактерии, которые включают множество известных патогенов, таких как сальмонеллы, кишечные и чумные палочки. Так в микроскоп выглядят клетки легких человека, напоминает хвост павлина. А как вам кристаллы мелатонина на следующем фото? Мелатонин – это гормон, который помогает вам заснуть, вырабатывается, когда стемнеет. Но роль мелатонина гораздо шире, чем просто гормон сна. Он влияет на здоровье и омоложение. Он выступает в роли антиоксиданта, то есть связывается со свободными радикалами, которые разрушают наши клетки. Мелатонин еще и положительно влияет на омоложение нашего организма. Если света вокруг много, то и мелатонина вырабатывается меньше. Поэтому в эпоху электрического освещения компьютеров и телевизоров нам так трудно заснуть. И еще раз взгляните на фото. Даже на микроуровне мелатонин выглядит как прекрасная заставка для сновидения.